Это короткое видео прислал житель поселка Кушмурун. Он заявляет, что с прошлого года вот такие ямы, и что лично он обращался в Ауликоль, начальнику ЖКХ, в прошлом году с осени. Вот, ну и в этом году неоднократно. И после неоднократных звонков начальнику ЖКХ, вот он попросил снять видео вот такое, в котором написали телефон начальника ЖКХ, и для того, чтобы вот все могли позвонить и попросить, мол, чтобы сделали. Но тишина. То есть, если в прошлом году утверждали, что денег уже нет, то в этом году еще, наверное, нет. Да, наверное, намного есть хуже дороги. Но дело в том, что если бы вот вовремя вот это все подлатать, да, и проблем было бы меньше, не так дорогу бы выбивали вот эта яма, да, то есть если бы это все еще в прошлом году сделали. Но житель даже дозвонился до акима района Тименова, рассказал о этих ямах, который пообещал как бы что-то сделать, но пока, наверное, некогда.